Всем привет, ребята, с вами снова Дэн, и сегодня я покажу, как я готовлюсь к рыбалке. Начинаем. Для начала нужно проверить спиннинги. Я их уже проверила, они все готовы. Ложим. Так, пошлите дальше. Теперь нужно собрать вещи. Нам нужны на рыбалку штаны, кофта, носки, курточка, шапка и кепка. Так, погнали дальше. Теперь нам нужно взять кастрюлю для каши, да? Я вас сюда ставлю. Вот такой вот тут склад. Нам нужна вот такая. Ставим. Хоп. Теперь идем сюда. Я вас сюда ставлю. Теперь нужно приготовить, что поесть. Нам нужны колбаса и сыр. И 4 хлебушка. Берем 1. Раз. И 2 колбаска снизу. А сверху 1 сырок ложим. И 2 сырок. Теперь берем еще 1. Это для меня. И колбаска. Сырок. И сырок. Хоп, сделали. Теперь делаем дедушке. Колбаска. Сырок. 1 есть. Делаем 2. Раз. Сделали. Теперь идем за пакетиком. Слишком много взял. Отрываем. Хоп. Оторвали. Вот. Взяли пакетик, да? Так, берем 1 бутерброд дедушки и 2 бутерброд. И ложим их вот так вот. Теперь ложим в пакет. Хоп. 1 и 2. Положили. Теперь берем мои бутерброды. И ложим. Сейчас. И ложим. Тоже в пакет. У меня колбаса с сыром просто падает. И ложим тоже в пакет. Теперь берем. Не берем. Связали. Да? Теперь берем. Завязываем сначала на обычный узелок, потом берем вот так вот, да, хоп, и завязываем теперь на бантик. А я не помню, как на бантик вязать, так что и так сойдет. И все. И я собрался на рыбалку. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. И еще не забудьте поставить колокольчик. Пока. Это навсегда поможет. А ты не подглядывай. Пока.